Тетрадки и ручки куплены, учебники аккуратно положены в портфель. Но пока новоиспеченные лицеисты налегке, совершать первое путешествие в страну знаний так удобнее. Сложно сказать, кто больше волнуется, сами первоклассники или их родители. 1 сентября вчерашние малыши стали еще немного взрослей. Теперь они думают не только об игрушках и развлечениях, но и об уроках. И делятся друг с другом своим видением учебной программы. Мы не умеем делать, например, как вести себя в походе, что там нужно делать и как это делать. Они приходят в эту жизнь, в школьную жизнь, все начиная с чистого листа. Вместе с ними начинаем с чистого листа и мы, учителя, потому что они учатся у нас, а мы учимся у них. Поэтому пожелать им хочется не бояться, идти вперед. И все будет хорошо. Ведущие праздника предложили первоклассным пассажирам в страну знаний отправиться на самолете. Перед взлетом приветствие командира экипажа, директора лицея Ирины Стрижак. Вы переступаете порог школы в юбилейный год, в 40-летие со дня основания лицея. Вам просто несказанно повезло. Вот в такую круглую дату вы переступаете порог и будете учениками Одинцовского лицея номер 6. Математика, русский язык, чтение, окружающий мир и пока никакой физики. Внеурочные занятия, волнение перед выходом к доске и радость от правильно выполненного задания. Конечно, будут и сложности. У первоклассников начинается новая жизнь. Впрочем, помочь привыкнуть к новому статусу вчерашним дошколятам готовы не только педагоги, но и те, для кого этот учебный год в школе станет последним. Будущие выпускники, как никто другой, знают, что ждет первоклассников в 6-м лицее. В нашем лицее первоклассников ждут любовь преподавателей, очень много знаний. И у нас одни из самых лучших преподавателей, и знания будут одни тоже самых лучших. Я надеюсь, что эти первоклассники, которые сейчас пошли, будут достойны смены нам. Пока сидеть за партой им непривычно, в саду чаще приходилось играть, сидя на ковре, и бегать. Хотя у первоклассников уже есть представление о том, каким должен быть лицеист. Отлично. Отлично учиться. Ребята, получать хорошие оценки. Мы с вами выполнили свои желания. Новоиспеченные лицеисты готовы учиться считать, писать и читать, но сначала нужно познакомиться с теми, с кем они проведут ближайшие 4 года в начальной школе, с первой учительницей и одноклассниками. Праздник завершен, наступают учебные будни. Пока в расписании учеников первых классов всего по 3 урока. Погружение в мир знаний должно быть постепенным. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».